Вот это съемка будет. Вот это нам кукуруза стояла. Думаю, что за хуйня мигает, блядь. Не было же вроде двух, когда налетали, блядь, гонку. О, ну, нету. О, поехал. Я тебе говорю, какой видос будет? Я прямо сбоку поставил, вот это пройдем, и я улетел. Я тебе что-то оборону. Да, наверное, это хорошо приземлил. Как извлек мусор. Не, у меня там. Не, у тебя. Там вот этот, который спрашивал, как качать эмоции. Да вот был. Потому что я у него врезался и отлетел метр 5 назад. Так, давай, ага. Надо ехать, это закончится гонка. Давай, давай, едем. А кто там в лес уехал? Чё там? Да я подернусь. Мне просто скайпе все делаются. Девочки, мальчики. Ай-яй-яй, как я так. Так, да, родители. А, хорошо, это говно разгоняется. Так это ж хаммер что-то. Звук хаммера, не говно разгоняется. Это помесь камеры сюда. Чё, у него фонари задние прикольные. А что они тут стоят? Ладно, ты не, мне нравится вот их как поспать. А это ты что ли, Андрюх? Да, у тебя что, винил слетел или ты поменял машину?
Не, у меня этот, а тот же, ну, почём? У тебя просто этот, просто на, этот, скажем, без чистого... Не прорисовал. Да нет, это значит, что это включено. Что у меня включено? Да-да. О, Андрюха, диджей. Ты что ж такое-то, а? Куда я не спался? Ты чего спаялся? Кто снимает? Некого снимать, она ушла к соседу на 15 минут. Че вы там собрались, куча мала? Давайте идите меня. Идите меня, кто там? О, Андрей, как красава. Нормально под страху дал. Андрюхи. Андрюха, это Андрюха, да? Как ты угадал, ты на сегодня самый, на этой неделе самый лучший экстрасенс. Самый правильный ответ. Это просто супер интуиция. Как я говорю, на этой неделе ты самый лучший экстрасенс. Маш, 30 рублей, и вы выиграли. Ну ты Петрося. Да. Ну что ж такое-то, а? Как и ноги там. Я просто с вами первый раз катаюсь, так не знаю. Вот такое бывает уже. Видишь, я пенсию. Слышь,